фестиваль Берестейские сани приезжал и известный телеведущий, народный артист России Леонид Якубович. Я на родину вернулся. С тех пор, как я узнал, что здесь есть деревня Якубовичи, я туда ездил. Для меня Белоруссия, ну как сказать, родная земля, как не приехать. Тем более, какой-то замечательный фестиваль открыли. Сани, чудно. И вообще я Беларусь люблю безумно.